Обрежу я ее, если что-то там будет. Нет. Что страшно. Ты прям фото, да, ты так близко можешь. Близко. Так, затем ты должна прыгнуть в бассейн полностью, покажись под воду. Да. А затем немного поплавать. Но не под водой, я же говорю. Под водой, нет, конечно. Прыгнуть полностью, погрузиться. Нет, там нет под водой. Да, я читаю дословно. Затем немного поплавать. Ну все, давай пойдем полностью. Это можно прыгнуть. А? А, вот это. Сейчас подожди. У нас тут еще онлайн-трансляция. Ты снимаешь вертикально, это нормально? Видео? Я горизонтально. Ой, ну да, то есть так и надо, да? Ну, так надо, да. Надо, чтобы дом было видно, надо пустой. Не, от солнца. От солнца. А, вы из-за солнца, да? Да все будет нормально, давай не это. Без этого. Ты актриса. Только предупреждай, когда будешь нырять полностью. Смотри, тут не сильно глубоко, так что не головой. Поняла, да? Как хочешь, давай. Погружайся полностью, а потом немного поплавай. Да, полностью ушла, чтобы под воду. Поняла? Полностью под воду. Давай. Блин, я там кто-то сделала онлайн. Как хочешь. Нет, тебя не видно. Думаете, ногами? Давай, то у нас сейчас мы не влезем в 20 минут. Не, он хотел полностью, чтобы нырнул. Да, он сказал полностью под воду, чтобы погрузилась. Ну, знаешь, вот так обычно нос затыкают девчонки и шагают, и все. Давай. Ладно. Не холодная, да? Затем я бы хотела, чтобы она вышла из бассейна и прогулялась еще немного. Давай, плыви, плыви, его. Поплавай. О, молодец, смотри, красиво. Плывем, плывем. Ты даже не доплыла. А такая счастливая. Ну, потому что я в гости первый раз купалась. Еще кроссовок. Это просто нон-стоп. Это было очень интересно. Я у него как собачка плавает. Давай, пойдем, пройдемся. Все, вот такие видео для ТикТока подходят, когда попой вверх. Тихо. Жива? Туда-туда. Сейчас. Кроссовочки. Тогда какое-то хоть что-то. Детали. Вот. Так весело. Пойдем, походим. А, ну нам сфоточь точно. Давай. Фотоешь, да? Сейчас надо много фоток, пока она мокрая такая. Сейчас я походку, потом ты должна опять прыгать в бассейн. Поняла, со всех сторон. Покажи ремень. Приподними. О, ремень. О, ну-ка так, потопай.
Я не помню, что я делала. Нет, вот так. Топ-топ. Все, теперь опять прыгаем в бассейн. А снимать не надо? Нет, пока еще не под потом, потом. Сначала тогда еще бассейн немножко. Это же правда? Да, да. Если потом сняла толстовку, когда ты в следующий раз выйдешь, тут так написано. А, ну ладно. Сейчас прыгай обратно в бассейн, поплавай еще немного под водой. Я не забыла, но сейчас я придумала. И еще немного поплавай, под водой, только немного, так сказать. Сразу нырни, проплыви туда и вынырни. Трюк специальный. Помем лайк. Ты что, уже готова делать? Что по мне муха лазит, а? Давай, запрыгай и под водой. Окей. Подожди секунду, блин. Окей. Ну-ка, чуть-чуть туда-сюда вот так. Да. У нас появился режиссер. Читала книгу? Все, значит, доплачиваем, значит. Так. Нет, но это самая такая съемочка. Приподними кофту. Тут красиво получается. А, тут не... Красокапли вообще красиво. Да? Да. Вытаскивайся, кроссовки. Все, давай, снимай. Кроссовки тоже обязательно. Я кроссовки снимаю. Со всех сторон, помнишь? Я помню, высоток много.